Мобильный оператор «Теле2» запускает очередную, уже шестую, стипендиальную программу в Дальневосточном федеральном университете. Стипендия вручается студентам за разработку интересных кейсов в сфере телекоммуникаций. Уже шестой год подряд мы запускаем стипендиальный проект совместно с ДВФУ. Это проект для нас интересный, нами любимый. Мы один из 9 городов России, в котором он проходит. Стипендия вручается за инновационные идеи в области связи. Участником данного проекта может стать студент любой специальности. Главное – учиться на очном отделении и быть студентом ДВФУ. Дорогие друзья, видите, у Теле2 написано «Другие правила». Что для меня такое стипендия? Ну вот, надо поучиться на 4 или 5. Ну, с тройками же стипендии не получаешь. Да, мы сегодня, кстати, с коллегами дискутировали на это. Но так как правила другие, то здесь не надо учиться, а можно просто прийти, дадут кейс, решить кейс, и будет вам счастье в размере 90 тысяч рублей за первое место. Презентация стипендиальной программы проходила в нестандартном формате. Участники знакомились с ценностями компании, играя в квиз. Кстати, именно в ДВФУ в 2017 году была организована первая в России стипендия «Теле2». Проект так понравился компании, что теперь его тиражируют по всей стране. Мне больше запомнилась, наверное, одна из первых историй, когда мы попросили ребят пофантазировать, сколько я помню, на тему салонов, и они делали, было очень много интересных макетов, ну, прямо вот сделанных вживую, вручную, с очень высокой степенью детализации. В этом году темы проектов звучат так: зумеры и Теле2, и новые применения телекома. От ребят ждут идеи, как сделать молодое поколение зумеров приверженцами сотового оператора, а также перспективные решения про дополнительные сервисы и услуги. Мне очень интересно узнать, какие стипендии предлагает Теле2 и как их можно получить. Я слышал, что нужно решить какие-то кейсы, оформить это все в виде какого-то проекта, и кейсы будут суперсовременные. Вот, и я считаю, это очень классная возможность дать свои решения компании и получить за это деньги. Вообще студентам на самом деле интересно, потому что здесь в режиме реального времени, не за свои достижения, которые они произвели там в учебе, там учиться на одни пятерки, здесь этого нет. Здесь именно живое написание проекта по тому кейсу, который предоставляет Теле2. И это очень хороший для них опыт и стимул. Я самой степень. Самое главное. 4 места с призовыми фондами, начиная от 60 до 90 тысяч рублей. Заявку нужно успеть подать до 31 декабря. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на 8.